Ярмарки вакансий традиционно проводятся 2-3 раза в месяц. Как правило, они тематические, но в этот раз мероприятие посвятили горячим вакансиям, наиболее востребованным сегодня в Севастополе. Инна Иващенко ищет работу. Сюда пришла узнать, какая профессия актуальна сегодня. На сегодняшний день важно найти работу с социальным пакетом, потому что это часть безопасности жизни. Впервые в ярмарке участвует управление обеспечения деятельности мировых судей. Структура ищет новые кадры. Требуются секретари судебных участков и судебного заседания, а также помощники судей. Опыт работы не обязателен. Это прекрасная возможность дать старт будущей карьере, отмечает Валентина Кабанская. К конкурсу допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие гражданство Российской Федерации, владеющие государственным языком и соответствующие квалификационным требованиям. С объявлениями, требованиями вы можете ознакомиться более подробно на сайте правительства в разделе «Государственная служба». На ярмарке также филиал Центра судоремонта «Звездочка». Предприятие предлагает официальное трудоустройство, социальный пакет, оплачиваемые декретные и больничные отпуска, 8-часовой рабочий день. Зарплата около 20 тысяч рублей. На выходных труд оплачивается в двойном размере. Такими перспективами заинтересовался Игорь Неверовский. У меня профессия судосборщик металлокорпусов. Заинтересовался заводом, только открылся, обещают полный соцпакет. Желающие стать сотрудниками филиала Центра судоремонта «Звездочка» на месте заполняли анкеты и оставляли ее сотруднику отдела кадров. Мы только вот 3 месяца работаем, пока у нас штат 270 человек. В дальнейшем будет еще расширяться по загруженности, как пойдут заказы. Но сейчас, конечно, рабочие специальности больше набираем. Токари, плотники, судоремонтники, сборщики КМС. Сейчас сотрудников ищут и строительные фирмы. Требуются фрезеровщики, электрогазосварщики, водители и сторожи. Ознакомиться со всеми актуальными вакансиями, заработными платами и условиям работы можно на официальном сайте Центра занятости населения. Елена Корнухова, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя.